Всем привет! Сегодня решил для вас снять такое необычное видео. Буду сегодня торговать с телефона в такой необычной обстановке. Встретился с другом, обсуждали мы дела по бизнесу, он занимается арбитражом. Вот я подкинул ему, кстати, книг. И в будущем я планирую запустить книжный марафон, в котором буду говорить о тех книгах, которые полностью изменили мою жизнь, о тех книгах, с помощью которых я стал столько зарабатывать, и вам могу дать гарантию 1000000%, что вы тоже сможете зарабатывать, если будете читать вот такие вот книги. А сейчас я пока поищу какой-то 100% сигнал и к вам вернусь. Итак, вырисовывается у нас скальпинг, видишь? Да. Давай я поставлю еще одну горизонтальную линию. Вот. И в этом коридоре будем торговать. Видишь, пока график между этими линиями, никуда нам не нужно ставить. Торгую я, кстати, с помощью обычного интернета. Все вроде бы нормально работает. Видишь, главное здесь не спешить. Вот главное найти идеальную точку. Будем заходить на 10 тысяч, но главное найти эту точку. Также своим подписчикам говорю, что не заходите куда попало. Только дождитесь четкого сигнала и заходите в нужную сторону. Вот здесь сейчас будет очень важный момент. Нужно вверх ставить. Еще подождать просадку нужно будет. А, до линии, да? Да. Что догонами можно добить. Короче, еще раз опустится, блин, да? Главное не спешить здесь. Видишь, успели? Еще раз опускается, будем еще раз добивать. Или может вниз? Вниз, если на пике. И поймать коридор. Да, можно поймать коридор сейчас. Еще подождем пробоя. Так, так, подвисает наш интернет. Все отлично. Эта сделка у нас заходит. И все, вот это ты выиграл 9000? Да. Так, давай поставим где-то еще на 5000 одну. Видишь, как отлично работает коридор? Да. Главное не заигрываться. Вот сейчас, если это заходит, нужно просто завершить торговлю. И так у нас уже получится прибыли сколько? 9000 и 4500. 13500 за сколько? За 3 минуты. Что в этом главное? Выждать момент, да? Да. Главное без спешки это все делать. Вот, видишь, и все идет как нам нужно. Главное, вот понял, поймать этот коридор. Это самое сложное. Они могут быть в любое время, хоть ночью, хоть днем. Понял? Просто нужно вот так вот выжидать моменты и вот может, так вот. Вниз еще. Нет, одну. Все. Вот я азартный, поэтому. Нет, нужно остановиться. Нет, хватит. Итак, 13 тысяч за пару минут, блин. Это шикарный результат. Вот и все. На этом будем заканчивать торговлю, народ. Давай по пиву отметим это все. Да. Блин, люблю свою работу. Итак, закончили торговлю. Давайте подведем итоги. За 3 минуты, да, за 3 минуты. 3 минуты. Заработали 13 500 рублей. Так как я вам и говорил, торгуйте только, когда видите хорошую ситуацию. Стоите вы там, не знаю, в пробке. Ну, я про торговлю с телефона. В какой-то очереди. Запустили терминал, посмотрели. Есть хорошая ситуация, торгуйте. Нету ситуации, не торгуйте. И не заигрывайтесь. 5-10 минут этого достаточно, заработали деньги и ушли. Вот и все, вот и весь секрет успеха. С
вами был Рэпер Трейдер, народ. Подписывайтесь в группу, ставьте лайки этому видео. Всем пока!